Приветствую, друзья. Хочу сказать о сути идеи моего друга Игоря Николаевича Острецова. Она, как я понял, не только в вечных батарейках, которые связаны с ураном, а в том, что переводит общество на самом деле на уровень без начальства, а стало быть и без денег. Помните, как у Ленина, что социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Но есть проблемы, которые такого уровня высокого, которые решаются только человечеством. И, как говорил Ленин, идея становится силой, когда ею овладевают массы. Люди не слышат друг друга, особенно гениальные люди. Потому что гениальность именно в том заключается, что каждый сосредоточен глубоко на своем вопросе. Я, например, стал понимать идею Острецова, потому что использовал ключ для осмысления того, о чем он говорит, и нашел, что дело не только в батарейках, а именно в том, что для решения проблемы урана происходит переорганизация общества из капиталистического в социалистическое, общество без начальников и денег. Без начальников и денег. И просил Игоря Николаевича привести пример, где на земном шаре такое уже есть, ну хотя бы островком, чтобы это развивать. Да, это что, коммунизм? Вот такой у меня интересный вопрос. Игорь Николаевич, великий человек, он придумал такое, но не просто придумал, он профессор, ядерщик. Я не физик, не ядерщик, поэтому я вникал в суть идеи именно с точки зрения психологии и психофизиологии. Ну, как-то мы с ним делали такой ролик, где он мне сказал, самое главное, чтобы электричество не вырубили, чтобы лампочка у вас не погасла. А я тогда вот не понял и говорю, а самое главное разве не то, чтобы лампочка в голове не погасла? Ну вот видите, я какую картину нарисовал, там окошки светятся, главное, чтобы свет не погас. И поэтому предлагал там идти совместно. Я со стороны психологии, как врач и художник, и писатель, а он как физик ядерщик, и чтобы мы поняли друг друга и начали понимать. И теперь, как говорил Ленин еще раз, идея становится силой, когда ей овладевают массы. Смотрю вот свежие ролики Игоря Николаевича. И вы смотрите, пожалуйста, пусть эта идея Игоря Николаевича Слицова овладеет массами. Да, и тогда мы перейдем к новой стадии социального развития. Да, будем жить без денег и без начальников. Самоорганизации. Оказывается, это высшая форма социально-экономических отношений, которая быстро порождает новые изобретения, новое искусство, развивает нас как человеков. Это очень здорово. Поэтому смотрите его выступление, пожалуйста. Рекомендую.